Комплексное благоустройство дворовых территорий в военных городках, которые переходят на баланс муниципалитета, обсудили на еженедельном совещании выездной администрации в Звенигороде. Глава округа Андрей Иванов сообщил, в этом году в план попали дворы в поселках Новый городок и Старый городок, в Кубинке 8, Покровском городке и Кубинке 10. Будут проведены работы по ремонту асфальта и тротуаров, обустройству парковочного пространства и установке детских и спортивных площадок.